Полонез, минуэт, контрданс и англес. Исполнить эти танцы и ощутить себя частью светского общества 18 века может каждый. 18 июня в финно-угорском этнопарке пройдет интерактивное театрализованное представление «Петровские ассамблеи». Бал посвятили 350-летию со дня рождения Петра I. Представление – своего рода реконструкция старинных придворных ассамблей. Поэтому будет и дресс-код. Для дам – вечерние платья в пол, для мужчин – строгие костюмы. Желательный аксессуар – перчатки. Гости допускаются на бал парами. Специально для участников пройдут и уроки танцев.